баба и мертвых четыре. Задница в черном, серые волны, старая Дженни приходит за мной. Почему он не работает, как остальные? Я совсем замерз. Зачем такие сложности? Можно натянуть проволоку и зарядить арбалет. А как насчет вот этого? Каждую ночь одни и те же кошмары. Пшеница гниет, чего-то там горит. Мой ребенок уже пять. Задница в черном, серые волки, старая Дженни приходит за мной. А? Не понимаю, где я напортачил. Ночь все тянется и тянется. Если его светлость барон так любит ловушки, хоть бы какую инструкцию прислал. Может, так сработает? Вот бы мне горячего кофе. Ветер носит по ветре, в воздухе на-на-на-на. А мой любимый умрет, мертвецов уже шесть. Задница в черном, серые волны, старая Дженни приходит за мной. Это должно сработать. А куда делись продавцы баланды?
Отмеченной области на втором этаже изначально на карте не было.
Если ты по мою душу, убей меня быстро. Я пришел за ответами и намерен их получить. Мои ответы никто не любит. Я про тебя наслышан. В недрах земли есть энергия. Первородная. Прималь. Лишь немногим дано ее видеть. Но ее можно укротить. Направить в нужное русло. Раньше у нас были лишь крупицы. Но я хотел больше и сильнее. Что ты сделал, Серин? Когда камень треснул, и книга исчезла, энергия перешла в ее тело. Источник энергии оказывает страшное действие. Искажает тело и разум. Я знаю, на что он способен. Где она сейчас? Я пытался извлечь энергию из нее. Но когда этот мерзавец забрал Эрин из Мойры, то отнял вместе с ней и мечту. О ком ты говоришь? Девушку забрал Альдус. Вам он известен как Орион. Это мой брат. Мы росли не вместе, но я вернул его в семью пробужденных. Как и мы, он чувствовал прималь. Он был на той церемонии, помогал с ритуалом. Но теперь его фанатики явились за камнем. Почему Орион забрал девушку? Он, должно быть, готовится к новому ритуалу. А ты стал его мальчиком на побегушках. Сперва украл кольцо Корнелиуса. Потом книгу. Камень из крепости. Если он найдет последний... Твой глаз. Ты был там, я вспомнил. И есть последнее звено. Удачи с приспешниками моего брата! Это может быть! Наш
ответишь неверный. Охота славное дело, но бой лучше. Давай, я покажу, насколько ты слеп. Охота славное дело, но бой лучше. У нас здесь опасный нарушитель. Здесь труп! А? Что? Сда... Горячий кофе сейчас бы не помешал. Скорее бы все это закончилось. Железо не ломается. Ошибочка. Да, Родиона хранит меня.
Не сопротивляйся рассвету! Только бы найти его. Тут у нас. Thank you.
Продолжение следует...